Всем привет! Сегодня мы займемся колонной тягой. Сегодня хочу показать вам несколько простых упражнений. Основная нагрузка будет у нас приходиться на мышцы брюшного пресса. Отклонитесь назад и максимально напрягите мышцы живота. Следующее упражнение – боковая планка. Старайтесь выше поднимать таз вверх. Попеременно делаем на одном и затем на другом боку. Далее это упражнение усложняем. То же самое делаем на вытянутой руке. Следите за тем, чтобы таз сильно не провисал. Упражнение для внутренней части бедра. Старайтесь больше разворачивать колено наружу и держать бедро как можно выше вверх.